Здравствуйте, товарищи. Сегодняшнее спортивное обозрение мы начинаем из конференц-зала издательства «Молодая гвардия». Сегодня здесь Анатолию Карпову, чемпиону мира по шахматам, вручается сигнальный экземпляр его книги. Называется эта книга «Девятая вертикаль». Книга открывается поздравительной телеграммой генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. Чемпион мира Анатолий Карпов рассказывает о восхождении на вершину шахматного Олимпа, о больших и малых шахматных баталиях, в которых он участвовал. В книге представлены 13 партий Анатолия Карпова с его собственными комментариями. Директор издательства Владимир Ильич Дистерик вручил Карпову сигнальный экземпляр книги. Короткое интервью с Анатолием Карповым. Я буду считать свою задачу выполненной, если книга найдет читателя и привлечет интерес к шахматам. В шахматы придут новые болельщики, новые шахматисты. Мне хотелось бы, конечно, чтобы книга вызвала интерес. Ну и, конечно, традиционный вопрос относительно ваших ближайших планов. Ближайшие планы напряженные. Время отдыха закончилось. Через 20 дней я уже сяду за шахматную доску снова. Первым турниром будет турнир гроссмейстеров в Мюнхене. А затем в апреле месяце еще один сильный очень турнир. Турнир гроссмейстеров в Канаде. Вот два ближайших соревнования. Затем отдых и спартакиада народов СССР.